Здравствуйте, доктор Грегор. Я очень-очень рада вас видеть. Я тоже рад быть здесь. Вы известны как великий исследователь, известны во всем мире. Вы делаете просто потрясающую работу. Вы анализируете почти каждое исследование по теме питания, а появляются они практически ежедневно, и собираете данные. И вы написали две самые продаваемые книги «Не сдохни. Еда в борьбе за жизнь» и «Как не садиться на диету», которые разошлись тысячами и тысячами копий по всему миру. Я знаю, что все деньги с продаж книг вы отдаете на благотворительность. На мой взгляд, это просто невероятно. Не могли бы вы рассказать нам, почему вы приняли такое необычное решение?